Змеи выходят наружу. Владимирцы стали встречать на улице уже и гадюк. Очевидцы выкладывают фотографии диких животных в социальные сети. Фу, какая гадость! Ненавижу их! У нас в деревне Неклюдово тоже уже по асфальту ползают. По словам биологов, во Владимирской области обитают три вида змей. Уж обыкновенная медянка и гадюка обыкновенная. Укус медянки не опасен. Змея может повредить только кожу, говорят эксперты. Опасность для человека представляет один вид. Это гадюка обыкновенная. Причем она по окраске очень изменчива. И в нашем регионе встречаются как черные гадюки, похожие на ужей по окраске, серые гадюки и даже коричневые. Яд у нее не очень сильный. И в основном он негативно сказывается на здоровье пожилых людей и детей. В случае нападения гадюки эксперты рекомендуют выпить противоаллергические средства, зафиксировать укушенную конечность и обратиться к врачу. Не стоит путать со змеей ящерицу, ломку и веретенницу, предупреждают биологи. Животные безногие и внешне похожи на медянок. Угрозы для человека они не представляют.